Здравствуйте, в эфире программа «Разговор с главным». Меня зовут Анна Авдеева, и сегодня у нас в гостях генеральный директор корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович Киселев родился во Владивостоке, 37 лет. Окончил экономический факультет Уральского федерального университета. Работал в структуре Нижнетагильской таможни, был заместителем начальника. Продолжил трудовой путь в Богословской строительной компании, где стал первым вице-президентом. С 2016 года перешел на государственную службу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Занимал пост заместителя министра. С 2017 года возглавил корпорацию развития Среднего Урала. Для начала, прежде чем мы затронем тему, особенно актуальную сейчас, государственно-частного партнерства, правда, это одна из ключевых позиций деятельности корпорации развития. Совершенно все верно. А я хочу просто для зрителей, чтобы мы еще раз проговорили. Корпорация развития Среднего Урала – это компания правительства Свердловской области. А задачи – поиск и ведение инвесторов на территории у нас. Да, давайте я сформулирую, может быть, чуть проще и понятнее. Действительно, корпорация развития Среднего Урала, акционерное общество, учредитель правительства Свердловской области. Наша задача – содействие бизнесу при осуществлении инвестиционной деятельности, помощь при осуществлении инвестиционных проектов, скажем так. Это в том числе и поиск инвесторов, активный, проактивный. Это содействие с точки зрения локализации нового производства. Это большой спектр, связанный с предоставлением мер государственной поддержки и заемного финансирования, в том числе с использованием инструментов государственно-частного партнерства. Да, в том числе. Просто привлечением инвесторов занимается ведь и Министерство инвестиций и развития Свердловской области, там Министерство внешнеэкономических и международных связей. Различие тогда в чем? То есть корпорация, она связывает таким образом. Это больше бизнес-структура. Вы уже просто неоднократно говорили, да, что это не орган исполнительной власти. Это бизнес-структура, которая таким связующим звеном является. Вы совершенно правы в этой части. Говоря о том, что сегодня действительно привлечению инвестиций уделяется огромное внимание, в том числе практически во всех органах государственной власти субъекта Свердловской области. Что делает корпорация в этом смысле? В определенной степени мы являемся... модератором таких встреч. Поскольку мы все-таки не являясь органом исполнительной власти, а все-таки бизнес-структура, нам доступны нормальные, понятные для бизнеса формы общения, с одной стороны. С другой стороны, в привлечении инвесторов важна и роль государства. Порой это очень важно с точки зрения там, внешнего инвестора, да, здесь в большей части Министерства внешнеэкономических связей. С точки зрения формирования принципов работы и инвестиционной стратегии, безусловно, тут ведущая роль Министерства инвестиций и развития Свердловской области. А мы же являемся такой точкой сборки на данном этапе, где инвестор получает достаточно квалифицированную помощь и имеет доступ к так называемому одному окну работы со всеми органами исполнительной власти. Вот, наверное, одна из ключевых сегодня функций корпорации при работе, при поиске инвестора. Государственно-частное партнерство. Что это за механизм? Где уже реализуется? В каких сферах? Ну, примеры, естественно. Примеров масса. Государственно-частное партнерство – такой сегодня набирающий популярность термин. Что скрывается за терминологией? Вы говорите, что примеров уже масса. Масса. Значит, он не только сейчас уже набирает оборот. Да, набрал. Набрал, да. И, кстати говоря, на этой неделе, в среду, мы в рамках форума подписали с «Газпромбанком» такое, в нашем понимании, очень-очень важное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Но, по сути... Сегодня корпорация становится своего рода фронт-офисом для «Газпромбанка», где и происходит подготовка инициативы, работа с инвестором, подготовка документов, связанных с подачей инициативы, финансовая модель. А «Газпромбанк», оценив, в общем-то, нашу команду, команду специалистов, которая действительно имеет определенный существенный опыт для работы именно вот в этой сфере государственно-частного партнерства, финансируют такие проекты. Давайте, может быть, с терминологией чуть-чуть побольше, если у вас это... Чуть-чуть. Значит, сегодня государственно-частное партнерство регламентируется двумя федеральными законами. Это закон, так называемый 115 ФЗ, о конституционных соглашениях,
и закон 224 о государственно-частном партнерстве. Примерно одно и то же. Законы достаточно новые, особенно 224-й. Это закон самый, наиболее свежий. Суть какая? Когда частный инвестор может вкладывать средства в строительство объектов социальной инфраструктуры, медицинских объектов, жилищно-коммунальных объектов, вкладывать, управлять качественно и гарантировать возвратность этих средств. Вот суть и дух этих законов. Но, безусловно, очень важна правоприменительная практика, именно вот опыт реализации подобных проектов. Сегодня в корпорации у нас, я точно не скажу количество проектов, которые мы сопровождаем, но общий объем инвестиций в рамках этих проектов больше 300 миллиардов рублей. 310, да? 310, да. Но они прирастают. Ключевыми реализованными проектами уже с участием корпорации является объект культурного наследия «Усадьба Железного». Очень яркий пример, да. Да, ну, нам хотелось бы так говорить о том, что это один из наших, ну, наверное, первый, самый первый такой случай. То есть это ведь не только работа корпорации, там большая роль и Министерства инвестиций в этом проекте была. Безусловно, это, поскольку объект культурного наследия, то все ограничения, связанные с защитой, с охранными обязательствами памятника, были учтены. Вот, это была такая первая ласточка, и... Совершенно правильная история. Согласитесь, что это пугает немножко, да, объект архитектурного наследия? Культурного наследия. Архитектура, это же нужно, правда, что все сохранить, но при этом просто плюсы и минусы. У нас появится отреставрированный, один из самых красивейших объектов культурного наследия, да, и выгоду получит инвестор. По-моему, в течение 30 лет он будет использовать его в своих целях. И выгоду получит субъект. Да, безусловно. Потому что памятник будет остался в собственности субъекта, да, при этом он и горожане получают новую точку, которая, памятник, он закрыт уже несколько лет, да, туда невозможно было попасть. Когда мы туда пришли, вот впервые, на самом деле, это очень интересно, просто по-человечески даже очень интересно там находиться, красивый памятник. Мы подготовили сегодня с командой определенный реестр памятников, то есть это требуется обойти, очень каждый памятник сфотографировать, нужно понимать, где, на каком балансе он находится. Самое главное, для чего мы это делаем, чтобы понять, как вторую, там, порой третью жизнь тому памятнику придать. Да. И при этом сохраняя, самое главное, сбалансировав интересы всех участников. Если это субъект Российской Федерации и памятник находится на балансе, соответственно, конечно, он должен сохраниться и никуда не деться. Если это инвестор, то, конечно, никто не будет вкладывать, понимая, что деньги эти не вернутся. Но и, в общем-то, и горожане тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы этот памятник, какой-то придавал новую какую-то жизнь, там, месту, улице, я не знаю. Это очень важно сбалансировать. Вот это именно то, чем мы сегодня пытаемся заниматься, и мы считаем, что у нас даже получается это. Есть еще желающие? Ведь у нас есть. Да? Есть. Мы сегодня подписали договор еще по одному объекту. Вот вопрос, как нам кажется, стоит в том, насколько мы можем правильно подготовить под основу для, для разговора с каждым из субъектов отношений на определенном языке. Но действительно, порой этого не хватает, и порой эта возможность и способность разговаривать на понятном, в понятной терминологии, она недооценена. И мы действительно подготовили неплохой перечень, там у нас более 100 памятников, мы отработали, очень долго работали и с МГИСО, и с городом, и сегодня есть информация, в рамках которой инвестор может уже понимать, не искать. Вот эта вот точка сборки, она на самом деле очень важна. И кроме того, мы же финансовые инструменты тоже задействуем, то есть финансовые институты, банки. Банки, да, конечно. Они на другом языке говорят, да, это очень важно связать все через финансовые модели, через механизмы гарантии возвратности. Я вот еще знаю, что был заключен договор, вы уже сказали, с «Газпромом». Речь идет и о строительстве школ в Краснотурьинске. Абсолютно. Указом губернатора создана рабочая группа, где были определены пилотные территории, куда вошел в том числе Краснотурьинск, Первоуральск, Березовский и Верхняя Тура. Четыре города, которые в пилотном режиме сегодня, в этих территориях будут в пилотном режиме протестированы, по сути дела, вот эти механизмы. А что такое Краснотурьинск? Я сейчас немножко терминологии, да, не, может быть, загружу. Это муниципальное частное партнерство. Действительно, школа городу нужна,
И острота проблемы заключается в том, что до 2023 года в соответствии с государственной программой Министерства образования Свердловской области нужно ввести более 100 тысяч мест в Свердловской области. Примерно одно место в школе, ну, для простоты, для подсчетов, это где-то 1 000 000 рублей. Вот это денег у власти нет, чтобы столько закрыть. Средств в бюджете, наверное, на одну отрасль направлять, ну, может быть, неразумно, нецелесообразно. Тогда мы, да, дороги там упустим. Да, существует механизм, который позволяет решать социальные задачи с использованием частных инвесторов, частного капитала. И вот, в общем-то, это ключевая, наверное, ключевая особенность, ключевой момент, почему мы занимаемся именно развитием ГЧП. Потому что в структуре инвестиций в основной капитал преобладает более 70%, это собственные средства. Бюджет примерно около 10%. Если мы хотим, а мы хотим, и задача-то существенно изменить объем инвестиций, почти до 400 миллиардов в год, то, соответственно, наверное, нужна дополнительная механика, которая позволяет не только предприятиям там, инвестировать, но куда будет предприятие в первую очередь инвестировать? Ну, наверное, в производство свое. Но строительство социальных объектов, в том числе, это ведь тоже инвестиции. Соответственно, нам нужно создать и использовать на практике инструменты, позволяющие, в общем, не только бюджетом строить, но и с привлечением средств тех же банков. А деньги есть. Деньги есть сегодня в банковской системе. Сергей Александрович, этот разговор мы обязательно продолжим после короткой рекламы. Сейчас прервемся и через 2 минуты. Не переключайтесь. В эфире программа «Разговор с главным». Мы продолжаем разговор с генеральным директором корпорации развития Среднего Урала Сергеем Киселевым. Сергей Александрович, говорим о государственно-частном партнерстве в социальной сфере в том числе. Вот про усадьбу Железнова мы поговорили, это понятно. Инвестор получает вот напрямую выгоду. Что там будет? Бутик-отель, да? Там, ну, грубо говоря, ресторан. Вот, пожалуйста, в течение 30 лет он явно отобьет свои вложения. Со школой пример. Что получает инвестор? Инвестор получает, ну, во-первых, гарантированную доходность. Мы сегодня затраты инвестора, и это сам принцип ГЧП позволяет инвестору заработать. Сегодня есть определенные показатели, связанные с депозитной доходностью. Да, инвестор понимает, сколько он может получить там, условно, на облигациях, на депозитной доходности. Но в ГЧП доходность получше и, по сути, гарантии стопроцентной возвратности. В этом смысл закона. Он получает инвестор возвратные средства, которые работают. Это раз. Второе, если инвестор, как у нас в Костуринске, это строитель, то, соответственно, он строит, у него работают люди, он задействован, он не останавливается. Это бизнес строительный. Соответственно, там ему тоже все понятно. Вот. Кроме того, это стимулирует девелоперов в Екатеринбурге. Ну, понятно, что сегодня рост объема ввода жилья коррелирует, в общем-то, с объемом ввода и социальных объектов. Ну, условно, не можем мы продать квартиры просто так, если нет школы. Да, да, конечно. Мы сегодня с вами, как горожане, жители, видим, какие очереди там школы, садики. Соответственно, ну, это прямая выгода для того, чтобы быстрее объект социальной инфраструктуры вводился в эксплуатацию. Хорошо складывается, ну, в общем-то, в основном бизнес и девелопер. А корпорация несет какую-то нагрузку на социальную сферу, социальную инфраструктуру? Ну, вот привлекая там даже инвестора. На вас какие-то обязательства тоже взят или нет? Или вы только сопровождаете, связываете, там, как вы говорите, с банками? На самом деле мы работаем в договорных отношениях с инвестором. То есть у нас есть совершенно понятный всем сторонам предмет договора, обязанности сторон. Мы не консультируем по принципу «давайте мы вам попробуем помочь». Нет, у нас есть обязательства перед инвестором в определенные сроки подготовить определенный документ, что очень важно. Это понятно людям, и, соответственно, люди уже команде нашей, ну, инвесторы, вполне себе доверяют. У нас есть целая программа по развитию северной территории, не только Красотуринск, потому что это традиционно агломерация такая из 5 городов. Серов, Краснотуринск, Карпинск, Волчанск, Североуральск. Это все моногорода. Причем население городов очень активное. Такой традиционный, ну, вот то самое
сердце, скажем, угу. промышленное. Да, вот это там. А корпорация, все. Она анализирует нужды территории, да? В том числе. Какие инвесторы да, нужны? Мы на самом деле проводили угу. работу связанную. Нам хотелось получить простой ответ на вопрос, что делать, чтобы был инвестор. Угу. Мы совершенно четко поняли, что нет такого простого ответа. Что ну и что есть людям куча, тоже нужно. Да, есть очень много факторов, с которыми необходимо работать, с тем, чтобы территория, чтобы инвестиционная привлекательность территории была, чтобы она повышалась. И льготы здесь вообще не самая главная история, когда, чтобы поехать угу. в Краснотурьинск за льгот, но таких мы историй не видели. Я считаю, что для бизнеса одно из самых главных моментов – это рынок сбыта. Абсолютно. Да, правда? Да. И поэтому нужно понимать, угу. какие меры и какие механизмы у нас имеются объективно для того, угу. чтобы вот с этим фактором работать. Поэтому мы оценили рынок Ханты-Мансийского автономного угу. округа и Малоненецкого, всю нашу вот это нефтегазоносную угу. область. Да. Баженовскую свиту, мы проводили достаточно большой пласт аналитической работы с тем, чтобы понять, а какие выгоды для бизнеса будут от размещения в Краснотурьинске, именно с точки зрения рынка. Угу. Соответственно, отдельно мы работаем с точки зрения якорного инвестора, крупного, большого игрока, где не всегда, скажем так, рынок определяет все, да, это отдельно администрируемое направление. Кроме того, очень важно для предпринимателя, вот особенно разговор там с немецкими партнерами показывает, очень важна компетенция кадров, кадровый угу. потенциал территории. И этим надо заниматься, безусловно. То есть не получится. И вы тоже обеспечиваете сотрудников кадрами в том числе? Ну, да, мы стараемся да, это да. делать, но надо понимать, что это такой длительный угу. процесс. Но этим заниматься надо. Кроме того, важна социальная среда в городе. Да? Вы, наверное, сложно быть в территории, где, банально, там, дороги плохие, или нет там ресторана, условно говоря, да, и куда дети угу. там могут или не могут ходить в школу. Этим нужно заниматься. Кроме того, никто не отменял так называемый пиар-эффект, да, то есть нужно территорию эту двигать. Ну, просто потому, что ее должны постоянно знать, угу. ее должны слышать, ее нужно презентовать, и этим тоже нужно заниматься. Если ты этого не делаешь, но негативный эффект от этого. Ну, слава богу, сейчас у нас Екатеринбург, Свердловская область звучит, да, на разных площадках, учитывая там заявку Экспо 2025, проведение чемпионата и так далее, это наверняка вот способствует что-то подобное, да, было бы неплохо с точки зрения северных угу. территорий. Вот. Соответственно, даже та инфраструктура, которая сегодня построена, она должна быть, постоянно должна совершенствоваться. То есть там большой пласт работы, в том числе и по тарифам, угу. по деятельности самой управляющей компании. Управляющая компания, которая находится в индустриальном парке на севере области, она должна работать не хуже точно, согласна. Чем управляющей угу. компании парками здесь сегодня. У нас в базе 500 площадок по всей Свердловской области, где мы взаимодействуем с точки зрения локализации бизнеса. Угу. И вот чем ты дальше находишься, тем команда должна быть, условно, лучше. Угу. Да, этим нужно заниматься. У нас, соответственно, вот такая программа имеется. Мы с Министерством инвестиций утвердили определенную дорожную карту, работы такой комплексной. Но совершенно очевидно, что заниматься этим из Екатеринбурга сложно. Угу. Просто нужно администрировать процесс. В следующем году вы планируете второй бизнес-инкубатор запустить, в Богословском. А вообще, что это такое для зрителей? И первое уже, получается, заполнено. Переполнить не получится, но если организация производства внутри, то есть если у тебя есть один станок, стоят в очереди еще что-то. Заявок необходимо. Очень много, на самом деле, да. Это как раз один из механизмов работы над повышением привлекательности. Определенным образом принимается решение крупным бизнесом, рынок, мы все равно это будем делать, и мы зайдем. А малый бизнес, он имеет немножко другой горизонт планирования, и он есть сегодня, он идет и работает. Но достаточно сложно запросить условно релевантную обратную связь малого бизнеса. Потому что надо работать. Потому что каждый день люди трудятся, и, в общем-то, нет времени на то, чтобы участвовать в каких-то опросах, еще в чем-то. Это я так достаточно грубо объясняю. Но в целом система принятия решений и мотивации у малого бизнеса отличается существенно от крупного бизнеса. Мы пытались... Мы когда поняли, что действительно, производственные помещения для бизнеса нужны. Но не секрет, сегодня все работают. Кто в гаражах, кто еще где-то. Это действительно сдерживает. Адекватного предложения на рынке для того, чтобы малое предприятие там, в цех
площадью от 500 до 1000 метров, ну, их просто нет. Угу. А спрос превышает, но это оценка. А прецедентов, на самом деле-то, немного в Свердловской области, ну, их, по сути, ну, там, единицы. И когда мы начали проектировать, мы, на самом деле, не понимали, а какие должны быть, какое техническое задание, какой кран должен быть, да, какие должны быть требования к санитарно-защитным зонам, пожарная безопасность. Поэтому мы стали делать нечто универсальное на 4 резидентов. И когда мы начали строить, все пришли. Люди стали приходить, и когда вот сегодня у нас Capri Motors начинает, ну, действительно работает, и ребята уже помимо ремонта электрических установок, они серьезно думают о том, а давайте мы будем их делать, нам понятно, и они общаются в своем круге, и, ну, соответственно, сарафанное радио, да, это, наверное, да, самый действенный сегодня инструмент. И, конечно, нужно строить дальше. Существуют меры поддержки по линии Министерства промышленности Российской Федерации. Да, у нас свои региональные меры поддержки для индустриальных парков есть. Почему они постоянно уже дополняются? Да, и мы ведь ничего не изобретаем, мы просто адаптируем вот эти меры поддержки под нужды, ну, совершенно конкретных, там, понятных предпринимателей. Это очень важно для них. Ну, и важно, чтобы крупный бизнес, да, все-таки вот как-то для вот локомотивом бизнеса тащил за собой там средний, средний, малый, и таким образом. У нас ребята, которые работают там сейчас еще настраивают производство, да, они вот будут с алюминиевым заводом работать. То есть мы обеспечиваем вот эту прямую связь с директора и малого. То есть они все заинтересованы, крупный бизнес заинтересован. Вот это благодаря работе ваших ребят, корпорации. Ну, потому благодаря... Потому что так иногда ты не найдешь, ну, правда. Просто, да, это простые вещи, просто которые надо делать. Вот, вот это нас подвигает к тому, чтобы, да, слушайте, нужен второй, нужен третий. И они сразу появляются. С малым бизнесом, буквально вот сегодня у нас в Краснотурьинске совместно с областным фондом поддержки предпринимательства стартует, да уже стартовала программа по бизнес-акселератору, так называемому. Ведь очень важно, чтобы горели глаза у малого бизнеса, и крупный это должен видеть. Он если видит, что предпринимательской инициативы недостаточно, это, ну, не способствует, скажем так, заходу в территорию. А когда предпринимательская инициатива кипит, бурлит, это, это действительно видно. И мы пытаемся сегодня, и коллеги нас поддерживают, и из фонда, в том числе, поддержки предпринимательства. Мы вот проводим бизнес-сессию такую. А лучшие проекты, которые будут рождены в этом эксперте, конечно, они, ну, они найдут своего инвестора. Да мы поддержим, да фонд поддержит. Это же совершенно не проблема. Сергей Александрович, еще о чем бы я хотела поговорить, наверное, последний уже будет момент, но очень-очень важный. Вы в том числе представляете Свердловскую область и занимаетесь проектом строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск. Наконец-то все-таки агломерации быть, потому что долго же ходили там слухи, что не сейчас, сейчас не до этого. До 2024 года она будет. Функции КРСУ в этом проекте. Хозяйственное партнерство, которое сегодня создано для подготовки, оно было создано совместно с Челябинской областью для подготовки конституционной инициативы, так называемой, где проект рождался. Так вот, мы партнеры. Корпорация развития Среднего Урала, Свердловская область участвует в этом партнерстве через корпорацию развития Среднего Урала. Действительно, мы с коллегами из Челябинской области сформировали достаточно сильную команду, причем там прям наши сотрудники. Сам механизм реализации предполагает государственно-частное партнерство. Сегодня хозяйственное партнерство преобразуется в акционерное общество. 27 декабря прошлого года была подана частная конституционная инициатива в правительство Российской Федерации. В рамках инициативы сегодня происходит обсуждение определенных нюансов относительно, где пройдет трасса конкретнее уже. Да, у нас есть федеральная схема территориального планирования, утвержденная, где она пойдет. Но при этом требуется определенное уточнение. Мы готовимся, там проводится изыскательная работа, мы готовимся к проектированию. Но, отвечая на ваш вопрос, без государственных денег, безусловно, этого не будет. Но на этапе строительства, на этапе инвестиционной, на инвестиционной фазе, конечно, это будут частные инвестиции, которые будут возвращаться. Государство выступает и гарантом возвратности этих средств. Поэтому что сейчас с проектом происходит? Мы включились практически во все необходимые документы стратегического планирования, в том числе российских железных дорог. И сегодня работаем над включением проекта в магистральный план Российской Федерации,
там хорошо очень продвинулись, действительно. И даже если вдруг предположим, да, что что-то там не получится, угу. все равно этот проект уже в высокой степени готов. Хорошая возможность, причем для нашего ведь производства, да, уральского, мы же сможем поставить достаточно. 80% сегодня для строительства магистрали. Мы, да, мы проводили все эти расчеты, безусловно, все имеется. Угу. И у нас проект... одобрен PricewaterhouseCoopers, угу. провели технико-ценовой аудит нашего проекта, выдали положительное заключение. Угу. Это очень тоже важное знаковое событие. И признана экономическая целесообразность угу. этого проекта. И мы прекрасно понимаем с коллегами и из Челябинской области, и правительство Российской Федерации понимает, что основной объем продукции, которая угу. будет востребована при строительстве, пойдет вот с двух регионов. И Центр экономики и инфраструктуры, федеральная организация, конечно, да. мы проводили расчет этих дополнительных эффектов, и это все подтверждено. Ага, да. Это действительно дает колоссальный дополнительный доход и для бюджетов двух субъектов. Да, конечно, да, согласна. Но и для бизнеса, безусловно. Да, согласна. И вот одна из важных все-таки задач корпорации, роль, так сказать, в первую очередь помощь нашему уральскому бизнесу, нашему местному, да, и потом уже привлечение, в том числе и внешних инвесторов. Которые, в свою очередь, станут уральским бизнесом. Ну, кстати, да, все логично. Спасибо большое вам, Сергей Александрович, за беседу. Я хочу, чтобы вы пообещали, что в декабре вы придете к нам снова, и мы подведем итоги и поговорим не только об этом. А я тогда хочу, чтобы вы пообещали, что вы нас пригласите. Обязательно. Спасибо за разговор. Спасибо вам. Я напомню, это была программа «Разговор с главным», а в гостях у нас был генеральный директор корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев. Всего доброго и до встречи.